Добрый день, дорогие друзья. Сегодня праздник большой. Мы с Сереженькой, вот он идет сзади. Мы с Сереженькой идем к Вове, дальнобойщику, на именины. У него сегодня юбилей 57 годков. 57 годков. Вот сейчас это мы купили подарки шикарные. Вот. А! Раз, два, три. Сейчас. Вот сейчас. Вот Сережа. Не беги. Я не бегу. Я вот Сережа передает вам привет. Не знаю, как там получится снимать или нет, потому что многие будут мнить себя звездами экрана. Порно. Поп. Да, и мы поэтому, не знаю, вот Гена, кажется, плетется там, да? Одноклассник с параллельного класса. Так, раз, два, три. Так, идем к дяде Вове, дальнобойщику, на день рождения. 57 годков ему. Раскрою тайну. Ну, можно раскрыть и нашу Сережу, и Сереже тоже 50. И мне 20. Через 15. И мне 28, но выгляжу я ровно на 56. Да, идем сейчас туда поздравлять Вову. Так, подарки надо будет вытаскивать на камеру, да? Именинника, чтобы поздравлять. А уже остальные гости. Я вот что-то не подумал, бублики надо было открыть. Один бублик ему, да. Один мне. Да. Конечно. Чтобы он радовался. Один мы заберем, а остальное вручишь. Все. А ты вручишь. Нет, я же буду снимать. Ты твой пакет ты вручаешь. Так ты будешь тогда снимать. Да, будешь снимать? Как ты одной рукой, да? А, я знаю, как ты снимаешь. Да, я. Как все, блин, облака. Я облака. А здесь день рождения. Документы на стол. А здесь? А вы в списках? Нет. Здравствуйте. С праздником. С праздником. Это Артем, мой племянник, мой заместитель, моя смена. Вовочка, здравствуй, дорогой. С днем рождения. Пришла бригада. Ой. Мы снимаем просто клип. Никакого дня рождения нету. Мы снимаем просто видеоклип для Вовы. Серый, подержи, дай поздороваюсь. Это ты должен поддержать. С днем рождения, брат. Это там подарки очень эксклюзивные, дорогие и хорошие. Артем, привет. Здравствуй, Гена. Я даже не знаю. Я взял бутылку водки. Бублики, да? Бублики. Брат, бублики Юля специально подобрала. Говорит, дядя, только для Вовы. Большие такие мошкаты. Мясорубка мини. А что это такое? Мини-мясорубка. Ну, я же зубы делаю, Эдик. Нет, там это... Там что-то еще эксклюзивное. Там еще что-то есть эксклюзивное. Ну, я думаю, что ты мне не алкоголь дал. Нет, вот, это я, самый я, дорогой я, чай на Буйканах мы вот взяли. Спасибо. Да, это вот Вове, дальнобойщику, вот его сын. Классный такой парняга, Артем. Артем, такой добрый, злой и позитивный. Да. Эдик, у тебя сумку поместят? Не, кулек тот мой, да, освободи. Это тот кулек мой рабочий. Блин, ему, блин, подарок, он еще и пакет забрал. Да. Все. Голубей вспугну нечаянно, и вслед им свистнув кепкой помашу. Я эту жизнь порой люблю отчаянно, и ничего взамен я не прошу. Спасибо, что родился очень вовремя на этой грешной маленькой земле. Любить друзей, по-моему, братцы, стоило, и бить врагов за них случалось мне. Любить друзей, конечно, братцы, стоило, и бить врагов за них случалось мне. Друзья мои, друзья, мне рядом вас порою не хватает. Друзья мои, друзья, а прошлое в туманной дымке тает. Мои друзья, хочу от сердца вам в любви признаться. Давайте ж никогда не расставаться. Давайте ж никогда не расставаться.
себя увидеть в детях хочется. Соломку будем вечно подстилать, а не советы наши и пророчества, как мы когда-то не хотя понять. Жизнь трудности подкинуть нам старается, с рождения к тризне по судьбе наш кросс. Из драки часто дружба начинается, такой бывает в жизни парадокс. Из драки часто дружба начинается, такой бывает в жизни парадокс. Друзья мои, друзья.